На 3 дня пересесть из кресел молодых специалистов в кресло первых руководителей нефтедобывающей компании. Такая возможность была у 10 сотрудников «Газпромнефть» Ноябрьснефтегаза. На подмосковной базе отдыха молодые люди участвовали в специальных тренингах, играх и выполняли творческие задания. Так роли Кристины Гостевой и Радмира Калимулина о том, как «Газпромнефть» заботится об экологической безопасности и который называется «Наш пример заразителен для каждого», получил статуэтку нефтяного «Оскара». Но главное, отмечают все участники семинара, что на этом слете они учились договариваться и принимать решения. Договариваться приходится даже внутри компании, внутри, даже между отделами или подразделениями. И зачастую иногда даже просто от простого общения зависит результат. Мне наиболее понравилось, это, наверное, именно деловые симуляции, бизнес-игры, где мы почувствовали себя именно в генеральском кресле и поняли, насколько серьезные решения принимаются руководством, насколько мы должны учитывать все стороны деятельности предприятия и идти, возможно, какие-то риски.